На территории страны все готово к выборам президента Российской Федерации, которые начнутся 15 марта. Как будут работать участки на территории Искитимского района, рассказала Елена Баева, председатель территориальной избирательной комиссии. В Искитимском районе работают 57 участковых избирательных комиссий. Принято 636 заявлений от граждан, которые пожелали прийти на выборы не по месту прописки. 1300 человек решили принять участие в дистанционном электронном голосовании. Есть такая категория населенных пунктов, где нет участковых избирательных комиссий. Их 16 на территории Искитимского района. И во все эти населенные пункты будет осуществлен выезд участковой избирательной комиссии. Жители таких населенных пунктов уже оповещены, где и когда они смогут проголосовать. Уже порядка 1600 человек пожелали голосовать вне помещения. Это состояние здоровья, уход за маленькими и пожилыми людьми. Подать заявление для голосования на дому можно до 2 часов дня 17 марта. Для этого достаточно позвонить в свою участковую избирательную комиссию.